Давай, пусть она сейчас сюда придет. Саша, а давай, вот он к подъезду хочет идти. Саша. Тоха. 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 Давай вот сюда, к подъезду. Пойдем, Саша, пойдем. Он здесь хочет гулять. Саша, Саша, давай гуляй, 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 зайка, гуляй. Саша, отдохни, не смеешься. Саша, Саша, снег какой-то голубой. Это наш Тоша. Сегодня мальчика с нового дома обратно вернули в приют. В новом доме он прожил 2 месяца. Хозяин умер, и мальчик. Теперь мальчик едет в приют обратно. Грустно ему, очень грустно. Не надо там ничего нюхать. Он все нюхать ему надо. Чудню всякую. Тоша. Ой. Да, куда-то зачем-то пошел. Тоша. Гулять хочет туда. Давай я с ним пройдусь там. Открой мне. Надо ему пройти. Давай, пойдем погуляем. Тоша, пойдем, иди сюда. Иди. Пойдем погуляем. Ну, пойдем. Вот такой наш Тоша. Давай, писать надо на улочке. Давай, писать, хакать будем. Не нюхай всякую фигню, не надо. Тебе прививку поставили сегодня. Тоша! Тоша, мой малыш, Тоха! Тоха! Вот скажи нам, 4 месяца. Тоша! Тош, пойдем домой? Птички там, да, на птичек смотрит. Ну, пойдем все. Пойдем домой. Так, все. Открывайте нам дверь. Так, запомнил. Запомнил, откуда пришел. Давай, заходи, Тоша, пойдем. Пойдем, заходи. Ну, Тоша. Пойдем, 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 пойдем. Иди сюда, иди, иди, иди. Давай, 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 так. Молодец, молодец. Хороший мальчик. Пойдем. Домой пойдем, Тоша? Пойдем, 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 пойдем. Пойдем домой. Ну, ну что тебе тут сделать? Ну, Тоша. Что-то не знает. Сам не знает, куда ему нужно. Тоша, пойдем домой. Кошек-ка на фотосессию сегодня привезли, да? Так, это мальчик фотографии красиво будет сегодня делать, да? Тошечка. Вот у нас тут такое кресло. Специально для красивых фотографий, да. Тут наш Тоша будет фотографироваться сейчас. Да, чтобы нам понравиться. Людям, хозяина найти. Тоша. Тоша, Тоша. Вот такой у нас мальчик красивый. Такой красивый, серенький, тут что-то у него бежевое. Кончик хвостика такой беленький, да, мальчик? Красивый такой Тоша у нас. Тоша дома еще, Тоша 4 месяца.